Этим небольшим елям всего 18 лет. Для деревьев возраст младенческий. Когда вырастут, будут пышнее и высоту не меньше 30 метров, говорят специалисты. Саженцы привезли из питомника Самарской области. Несмотря на прохладную погоду, деревья на новом месте точно приживутся. Они гарантированно приживутся, потому что они выкопаны буквально вчера. Специально корневая система сохранена и упакована, скажем так, в специальную мешковину и специальная сетка. Вот, из тонкого металла, который вреда потом корневой системе не нанесет. 10 молодых деревьев появились на набережной вместо 30-летней ели старожила, которую неизвестные вандалы спилили в феврале. Глава города дал поручение по увеличению численности тоже ели. То есть провели работу с предпринимателями. Посадка этих деревьев происходит за счет предпринимателей без единой копейки бюджетных средств. На этом озеленение Самарской набережной не заканчивается. В планах посадить деревья разных сортов 22 и 27 апреля во время городских субботников. Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.